Пятницкий, да. Конечно, там, вот поставьте сцену, в которую... Ну, это просто, вот там и здесь сейчас это два разных человека. Да. Указом президента Российской Федерации за умело проведенные действия по раскрытию уголовного преступления и поимку особо опасных преступников, а также за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждается медалью за отличие в охране общественного порядка полковник Зимина Ирина Сергеевна, начальник отдела МВД Пятницкий. А что, что-то на работе случилось? Спасибо за честную и безупречную службу. Служу Российской Федерации. Я знаю, что такое съемки в сериале. Это на самом деле пахота огромная. Да, это работа не адская. Такое, да. Это не искусство в какой-то момент, это ремесло, пахота. И ты работы каждый день друг друга видишь, и люди актеры часто становятся неудовлетворенные этими задачами, которые перемещаются. Напряжение в отношениях друг к другу, от этой долгой совместного общежития. У вас это было? Вот, например, мы смотрели с Герасимовой, с Викторией, да? Ваша сцена сейчас. Вот. Как складывались отношения с ней? Нет, вообще у нас очень дружный коллектив был. Я со всеми дружила. Я вообще, на самом деле, бесконфликтный человек, правда. Да. Я всех всегда принимаю. Я найду подход к любой стерве, там, сволочи. То есть вот лайт такой. Я займу нейтралитет. И по отношению как-то с ней я тоже заняла, наверное, нейтралитет. Во-первых, мне потому что некогда было. Если они приходили на какие-то эпизоды, то здесь...